специалисты вышли на сборы зимних посевов рано, так как рожь уже подошла из-за низкой влажности. Урожайность ожидается выше, чем в прошлом, благодаря тому, что в начале лета засухи не было. Всего зерна посеяно около 5000 гектаров, однако увеличение площади земли для засеивания продолжается. В этом году мы приобрели 2136 гектар земли, то есть увеличиваем свои посевные площади, приобретаем технику. Вот нынче приобрели два комбайна мы, КЗС-12-18, кормозаготовительный комбайн «Дон». То есть разбрасыватели удобрений органических приобрели вместе с трактором немецкого производства. То есть расширяемся. Водители комбайнов работают усердно, и несмотря на жару, которая стояла в поле все эти недели, держатся очень бодро. Говорят, один день зиму кормит. Как нормально, работаем потихоньку. Приходится, ну жарко, тяжело, что сделаешь. Справляемся, убирать-то надо, да нас же никто не уберет. Нынче намерены порвать всех, но войти в первые места, но как бы так. Хозяйственники пропадают в поле с раннего утра до позднего вечера. Работа не должна стоять на месте. К тому же в этом году появилось много молодых сотрудников, которых нужно контролировать. Уборку в этом году начали как бы рано, в начале августа, почти в середине подходит. Много молодых специалистов, механизаторов привлекли, так как тяжело будет убирать, не опыта, опыт будет. Пока опыт наберут, приходится самим помогать, объяснять. Как говорят в отделе сельского хозяйства, кормовых культур собрано уже больше, чем в прошлом году. Более того, Канский район заготавливает 1/3 сенажа от заготавливаемого во всем Красноярском крае. Хозяйство Канского района полностью подготовились к уборке выращенного урожая. Предстоит убрать 52 тысячи гектар зерновых, 1700 гектар технических культур. И сейчас еще на корню у нас стоит 4300 гектар кукурузы, которую тоже необходимо будет убрать на силос. По словам специалистов, год у аграриев сложился лучше, чем два предыдущих. Этим летом урожай соберут на 25% больше, чем в предыдущем. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.